Отели в Сочи подняли цены в половину после запретов на полеты в Турцию, но это средний показатель. Нашлись и те, кто решил повысить стоимость проживания сразу в два раза. В среднем стоимость проживания выросла на 50%. То есть кто-то поднял цену на 20%, кто-то на 100%. Спрос на Сочи был и будет большим. Гости, которые понимали, где и когда они хотят отдохнуть, бронировали места заранее. И они спокойно приедут и останутся довольны, рассказала ТАСС президент Ассоциации отельеров Сочи Анна Нетягина. По ее словам, туристам придется подстроиться под новые цены. В качестве альтернативы они могут взять в аренду съемные квартиры, владельцы которых в период закрытия отелей и гостиниц принимали гостей города. Ну а на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и будете узнавать все подробности, которые происходят в нашей стране и за рубежом.